И еще один момент, который хотелось бы отметить. Я убежден, что формирование церковного руководителя сродни формированию ремесленника. Он учится как подмастерье, а не как школьник за партой. Что это значит? Большинство из нас учились в школе. В обычной школе, куда мы ходили по утрам, и где учитель, стоя у доски, объяснял новый материал, а мы слушали, выполняли задания, а потом шли домой. Школа дала нам базовое образование. В школе мы учились вплоть до университета и хорошо с этой моделью знакомы. Она позволяет приобрести основополагающие знания. В школе мы знакомимся с первыми абстрактными понятиями и другим материалом. Основной тип передачи здесь устный. Знания передает квалифицированный специалист, именуемый учителем. Он для нас источник знаний. Мы же, как правило, выступаем в более пассивной роли слушателей. Конечно же, мы обдумываем преподаваемый материал, конспектируем его, обсуждаем, но... И все же это процесс восприятия информации, ее критического осмысления. Само обучение происходит в классе. То есть не там, где нам предстоит применять полученные знания. Это академическая среда, искусственная, изолированная от естественных условий нашей жизнедеятельности. В ней иногда присутствует элемент конкуренции. Кто получит высший балл, кто лучше всех сдаст экзамен. Это не исключено. Что касается контроля качества знаний, то он в основном осуществляется с помощью тестов и экзаменов, направленных на проверку теоретических знаний. Другими словами, способен ли ученик воспроизвести изученные им теории, модели и подходы? Должное же применение полученных знаний. Я понимаю, что выставляю школу в несколько неприглядном свете, но в этой модели происходит скорее передача основополагающих знаний. Понятно, что экспериментальным путем ядерную физику не изучают. Кто-то сначала должен преподать вам теорию. Итак, передача основополагающих знаний или новых понятий коллективу учащихся в условиях дефицита преподавателей или стандартизированности образовательного процесса. То, что в данный момент происходит в этом классе, это как раз и есть пример классического академического обучения. Я как учитель, специалист, сообщаю вам, преимущественно в устной форме, какой-то материал, а вы его воспринимаете, осмысливаете и, возможно, задаете вопросы. Действие происходит в учебной аудитории, а, скажем, не в церкви, когда я могу сказать, а теперь вам предстоит выйти и произнести проповедь. Но если задача донести преподаваемый материал до большой группы людей, то данный метод вполне эффективен, особенно если есть возможность видеосъемки. Тогда количество получивших к ней доступ трудно и подсчитать. Это могут быть сотни, а то и тысячи людей. Таким образом, с точки зрения широты охвата аудитории и при наличии талантливых преподавателей, применение школьной аудиторной модели оправдано. Но оговорюсь, лишь в том случае, если речь идет о передаче теоретических знаний. Так, если я избрал профессию химика, мне предстоит освоить много теории. И это правильно. Также и преподавателям богословия надо сначала усвоить, а потом передать своим ученикам немало богословских теорий и концепций. То же самое касается изучения древних языков, культуры, душепопечительства и многих других аспектов служения. Поэтому понятно, что преподавание теории должно быть. Но вот что касается применения полученных знаний на практике, в реальной жизни, это уже вопрос. Модель «наставник-подмастерье» предполагает иной подход. Акцент в ней делается не столько на теорию, сколько на формировании необходимых умений и навыков. Если химику прежде всего надо разобраться именно в теоретическом материале, чтобы, возможно, потом, когда-нибудь, вывести формулу самого крепкого клея, то для подмастерья важно освоить ремесло, научиться работать руками. Взять, к примеру, автомеханика. Допустим, я хочу научиться ремонтировать автомобили. Вот это скорее ремесло. Определенные теоретические знания здесь, безусловно, необходимы, особенно сейчас, когда устройство машин становится все более сложным. И все же главное в этом деле — практические умения. Соответственно, метод обучения во взаимодействии основан не на словесной передаче информации. Вашей учебной средой станет не институтская аудитория, а гараж, где происходит непосредственный рабочий процесс, и где вы на первых порах, скорее всего,
будете наблюдать, как работают высококвалифицированные, опытные автомеханики. Иначе говоря, вы увидите их в деле. Поэтому и учитель выступает здесь не столько как теоретик, сколько как практик, наставник, пример для подражания. Да и роль ученика в этом процессе гораздо более активная, поскольку через какое-то время его попросят взять в руки ключ и попробовать себя в деле. Учитель скажет: «Я вам все показал, теперь ваша очередь. Вот вам машина, ремонтируйте, правильно?» Ведь учитесь вы не в кабинете, а в гараже среди объектов своего труда. Вы пробуете, результат налицо, двигатель или работает или нет. И в этом, собственно, и состоит проверка ваших знаний. Выполнение не теста на тему использования гаечного ключа, а ремонтных работ с очевидным наглядным результатом. Автомобиль должен работать, и не просто работать, а работать безупречно, потому что вы выявили и устранили неисправность. Практический труд и практический результат. Такая работа требует и более коллегиальных отношений внутри рабочего коллектива. Здесь нужно не соперничество, а сотрудничество. Таким образом, названная модель способствует формированию практических умений и навыков и предусматривает передачу знаний от мастера к подмастерью в ходе их взаимодействия в рабочем процессе. Но она реализуема только тогда, когда есть квалифицированные и опытные мастера. Можно, конечно, учиться методам проб и ошибок, но лучше, если какие-то тонкости, нюансы и эффективные способы вам все-таки объяснят. Итак, вот два совершенно разных подхода к обучению, но в равной степени эффективных для разных образовательных целей. А теперь вопрос. Какой из этих подходов вам кажется наиболее продуктивным для подготовки церковных служителей? Думаю, ответ очевиден. Преимущественно второй. Тем не менее, для изучения богословия лучше подойдет первый. И все же, если ваша задача — сформировать у людей практические умения и навыки в том или ином служении, модель «наставник-подмастерье» оказывается предпочтительнее. Но поскольку большинство пасторов и проповедников получили образование в рамках классической модели, то есть в семинарии, то она и воспринимается ими как наиболее эффективная. Хотя на самом деле это не так. Так же, как по-разному надо учить химиков и автомехаников, разные подходы подготовки должны применяться и в церкви. Одно дело — передача навыков проведения детских уроков, и другое — обучение толкованию трудных текстов Библии. Разницу видите? Надо сказать, что обучение во взаимодействии в наших церквях не особенно популярно, хотя именно оно максимально способствует процессу церковного воспроизводства. Ведь продемонстрировать свой навык другим вовсе не сложно. ТВ-семинары — благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Как это сделать? Методик множество. Я же выделю три основные. Первое — семинары или мастер-классы для членов церкви. Они носят практический характер и предполагают обучение какому-то навыку. Итак, мы собираемся вместе, допустим, по субботам, и занимаемся проповедованием. Никакой обширной теории здесь не предусмотрено. Берется какой-то библейский текст, и ведущий объясняет, как на его основе подготовить проповедь, как его толковать, как составить структуру проповеди, какие подобрать иллюстрации, как сформулировать практическое применение. Минимум теории, максимум практики. Вот такое обучение, которое мы, кстати говоря, практиковали в своей Мюнхенской церкви. В новой общине требовались проповедники, которых мы выбирали и готовили из числа прихожан, и как раз посредством семинаров. Отправить их всех учиться в семинарию возможности не было, поэтому по субботам предполагались семинарские занятия, причем исключительно для проповедников. Уроки были специализированными, а вход ограниченным, что отчасти способствовало повышению мотивации к обучению. Мне предстоит стоять за кафедрой и проповедовать слово? Надо бы приложить старания.
Итак, субботние семинары практически ориентированы, где исследовались библейские тексты, на основании которых обучающимся, как правило, предлагали составить проповедь. При всех плюсах, проблема семинара в том, что их участники часто все равно больше слушают, чем делают. Они приходят, садятся и получают информацию почти так же, как на уроке в школе или в университете. Старайтесь этого избегать. Давайте обучающимся как можно больше практических заданий. Интегрируйте теорию и практику. Объяснили что-то, передали какие-то знания, и сразу попробуйте потренироваться в их применении. Итак, семинары — прекрасная форма обучения основным навыкам служения, будь то проповедь или душепопечительство. Возможно, также обучение уже сформированного коллектива. Допустим, в вашей церкви есть молодежное служение. Им на добровольной основе руководят несколько человек. Как правило, они регулярно проводят встречи-планерки раз в неделю или раз в месяц. И на этих встречах руководители служения обсуждают, что проводить, когда, кто и за что будет отвечать, кто из молодежи вызывает беспокойство и так далее. В общем, решают рабочие вопросы. Так вот, я обычно предлагаю вот что. Если вы собираетесь на 2 часа, посвятите какое-то время подготовке и обучению. Другими словами, внесите в свои встречи какой-то образовательный момент, простудируйте какую-нибудь книгу по молодежному служению. Или же пригласите одаренного и успешного лидера по работе с молодежью из другой церкви и попросите его поделиться с вами идеями и опытом. Возможности для обучения весьма разнообразны. Такой подход я называю «опыт, знание, опыт», поскольку мы имеем дело с теми, кто уже занимается служением. На каком уровне — это уже другой вопрос. Итак, эти люди уже служат, и у них наверняка немало практических вопросов, которые возникают в ходе работы. Поэтому полезно собираться и обсуждать какие-то из них, пытаться находить более эффективные способы служения, а потом снова опробировать их на деле. Один из очевидных плюсов такого подхода — это практическое применение полученных знаний, синтез теории и практики. Причем сразу же, а не в отдаленной перспективе. Служители рассматривают острые, актуальные проблемы и вопросы и совместно ищут пути их решения. И третий подход — это индивидуальное обучение в формате один на один. Так вы приглашаете человека и говорите ему примерно следующее. «Мне кажется, у вас есть дар проповедника. Я знаю, что вы посещали семинар по гомилетике, но как вы отнесетесь к тому, если я предложу вам индивидуальные занятия, и мы вместе поработаем над развитием необходимых навыков, конкретно с вами? С помощью этого метода можно также научить кого-то более продуктивно благовествовать, учитывая его сильные и слабые стороны. Этот подход, как никакой другой, способствует формированию личности, ее обучению и практическому применению полученных знаний. Пожалуй, самый простой и действенный метод — это метод личного примера. Сначала «я буду делать, а ты смотри», потом «давай делать это вместе», и, наконец, «ты делай, а я посмотрю». Освоил навык? Теперь обучай других. Давайте возьмем, к примеру, навык благовестия. Как его передать? Берете с собой ученика и идете благовествовать. Вы рассказываете кому-то свое свидетельство, потом Евангелие, а ученик в это время просто наблюдает. Затем, когда он увидел все это на практике, вы предлагаете ему: «Теперь давай вместе. Я начну разговор, а ты его продолжишь. Давай помогать друг другу». Попробовали? Получилось. В следующий раз предложите своему ученику провести беседу самостоятельно, а сами займите позицию наблюдателя. Потом мы все это проанализируем и обсудим, а пока попробуй. Все. Теперь только ты. Все получится. Но это еще не предел. Дальше тебе предстоит передать свой навык кому-то еще. Все просто. Научился сам, научи другого. Этот метод работает и в благовестии, и в ученичестве. Обучение будущих учителей. Об этом мы уже говорили, когда обсуждали тему церковного воспроизводства. Просто, доступно и практично. Таким же образом христиане учатся излагать и библейскую историю. Сначала смотрят, как это делают опытные благовестники, а потом пробуют сами.
Аналогичным образом апостолов учил сам Христос. Личным примером в ходе служения. В первый год они ничего не делали сами, просто ходили со своим учителем и наблюдали. Через какое-то время Иисус сказал: «Теперь ваша очередь, а потом вместе посмотрим, что у вас получится». Однажды, вернувшись, ученики с радостью воскликнули: «И бесы повинуются на мое имени Твоем». Но Иисус сказал им: «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Здорово, что повинуются, но главное не в этом. Радуйтесь тому, что вы чадо Божие. Не превозноситесь. Другой раз они пришли и сказали, что не смогли изгнать беса, да? И что же случилось? «Сей род, — добавил Иисус, — не может выйти иначе, как от поста и молитвы». Иисус всегда проводил анализ, сделал, так сказать, разбор полетов. Ученики идут, служат, а потом возвращаются для обсуждения. Вот так учил сам Господь. Довольно просто. Мы же порой все усложняем и этим препятствуем процессу обучения. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.